Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам, как делать железную и снежную голема в Minecraft Pocket Edition. Я сразу напоминаю, что это видео для новичков, и нечего ставить мне дизлайки. Ну, для железного голема нам понадобится железо. Берем железо и сделаем вот такую статую. После чего мы должны взять тыкву и поставить ее сверху. Вот на этот блок, и у нас появляется наш железный голем. Ну, для снежного все еще проще, для этого понадобится снег. Делаем вот такую статую и сверху тоже ставим тыкву. У нас появляется вот такой снежный голем, который под собой оставляет снежный покров снега. Так, ну, давайте я еще раз покажу, что нам понадобится для железного голема. А для железного голема и снежного нам понадобится делать такие статуи. И вот, у нас появляются такие големы, мобы, так сказать. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.